Праздник весны в Азербайджане. В Навруз устраивают ярмарки, помогают нуждающимся семьям и также пекут восточные сладости и собираются за праздничным столом всей семьей. О традициях расскажет Хаяла Юсипзаде. В стенах старого города праздничная ярмарка. Ремесленники ждали ее целый год и привезли свои изделия – глиняные горшки и кувшины, расписные тарелки и национальные костюмы. На этот праздник съезжается много людей, не только из всех регионов страны, но и из-за рубежа. И это прекрасная возможность для нас не только демонстрировать свою работу, но и продавать их. Многие даже торгуются, ведь Навруз – это праздник плодородия и щедрости.